Я вот родилась в Ленинграде в 1960 году. Это значит 15 лет после войны, если так даже сказать, это же даже трудно себе представить. В 1945 году закончилась война, а я в 1960 году родилась. Вот. У меня мама архитектор, не художник, но все-таки у нее было архитектурное образование. И, видимо, у нее была какая-то мечта, чтобы вот я была вот как-то в искусстве. Ну и у меня, наверное, какие-то тоже склонности, наверное, все-таки были. Рисовать начала рано очень. Там СХШ было. СХШ училась. О нем очень хорошая память у меня, СХШ. Сколько бы ни говорили о том, что СХШ уже вообще все хуже, хуже и хуже. Может и хуже, я не знаю, какое было довоенное, послевоенное. Я училась, было очень хорошее СХШ. И сейчас ребята приходят тоже из хорошего СХШ. Сейчас это называется лицей Гонсона. Потом поступила в академию. Училась у Угарова. И закончила у него. Потом еще аспирантуру прошла. Вот тут, наверное, надо как-то говорить, все-таки ты не можешь оторвать себя от времени, потому что время это для художника важно. Есть какие-то, может быть, вне времени. Да кто знает вообще, кто из нас вне времени, а кто по времени. Я же училась, что была настоящая советская власть, Советский Союз. Так. И готовили нас, в общем, как советских художников к написанию большой тематической картины. Это не говорилось так, прям как манифест. Нет. Ну, в общем, где-то так, вокруг, да около все-таки это было. Были свои герои в изобразительном искусстве. Ну, да и Борис Сергеевич сам все-таки, он тоже такой писатель большой тематической картины. И Рейхтер с ним работал тоже. Советская картина, партизане, там, прощание, военные. Поэтому такая вера, что вот это, только это, и ничего кроме этого. В искусстве, в общем-то, ну, почти что и нет. Потом я стала преподавать. Сразу стала преподавать после аспирантуры. И вот преподаю до сих пор. Да, вначале немножко на архитектуре преподавала, а потом чуть-чуть буквально на втором курсе. И потом я на первый меня как бы так спустили, приспустили. И вот я больше 30 лет уже на первом курсе. Работаю с первокурсниками. Голова, задание голова, портрет. Портрет с руками, чуть-чуть натюрморта. Раньше очень переживала, что я на первом курсе и вечно на первом курсе. Сейчас я, наверное, даже очень радуюсь по многим причинам. Больше свободы? И больше свободы даже, самой больше свободы, да. И самое-то главное, что они никем до меня, в общем-то, не обучены. Никто не сказал, что это нельзя, а это плохо, а это глупость, а это там, ну, не знаю, что, вообще ничего. То есть ты можешь вот то, что, может быть, мне не хватало в информационном поле, когда я училась. Ну, тоже просто поразительно. Ну, как молодой человек может понять, хорошо там Пикассо или плохо Пикассо? Что такое жизнь Пикассо? И там все время как метафора. Черный квадрат – это ерунда, и каждый может. Это глупое высказывание. Когда поток-то идет, не каждый может, а не каждому дано вообще что-либо. Метафоричность-то в искусстве.
что потом этой метафорой пользовались другие, это вообще дело избранных. Ну и поэтому я немножко им как бы просто так вот, как вот, скорее даже больше говорю, не то, как надо сделать, откуда я знаю, как надо сделать. Они так сделают, потому что рисунок-то редкий в Академии художеств. А вот что можно и так посмотреть, и под таким углом, и этим увлечься, и добавить это, и будет что-то такое третье, 1+1=3. Вот, ну вот и, наверное, вся биография. Много выставлялось, и раньше много выставлялось, и сейчас много и выставок, и в коллективном поле, и индивидуально, как сейчас. Даша, вот скажи, пожалуйста, в твоем творчестве четко прослеживаются этапы, да, такие вот. Вот расскажи, пожалуйста, вот чем было обусловлено переход твой, да, от одного этапа к другому. Можешь что-нибудь сказать по этому поводу? Это, наверное, очень хороший вопрос. И хорошо, что как-то ты вот это видишь, просто четко ты видишь. Ну, это видно, это что видно. Вот ты знаешь, когда я заканчивала Угаровской такая, и такая вера вот учителя, вот какая-то вера, безумно нравилась. Вот то, что Борис Ильич делал, мне нравилось от и до. Там книга появилась, одна единственная у меня вообще за всю жизнь книга-то. Я ее до дыр замотала. До дыр. То есть туда в одну сторону утром, в другую сторону вечером. Ты смотришь по кускам, ты восхищаешься. Ты видишь через его, как бы, через призму его творчества, там ты видишь такие, ну, великие, как бы, имена. Ты видишь, что это где-то очень большая связь с европейским искусством. И когда такое глубочайшее погружение, ты прям погружаешься, там диплом, после диплома. Еще все-таки 2 года, или даже 3 года, ассистентура стажировки. А что же еще там? Боже мой, какой кусок жизни свой отдала на это же. А потом ты как-то понимаешь, что ты вот не Борис Сергеевич. Вот ты как бы вот что-то такое другое. Значит, это 10 лет, вот ровно 10 лет, я так думаю. Потом был какой-то период застоя, вообще что-то перестало что-либо тут творить. И потом как-то там со временем тоже связано, 90-й год, что-то такое началось. В другие стороны смотреть. Ну, я тоже начала как-то оживать. И вот получился, да, тоже 10-летний период. Он начался с импрессионизма, не очень краткого, чтобы немножко, чуть-чуть раскатать, размотать свою палитру, которая была тональная, практически без цвета. Это, ну, потому что Борис Сергеевич, он такой, у него есть цвет, но он все-таки на такой жесткой, такой вот тональной основе. И с очень искусственно ограниченной палитрой. Он такой, как и Рейхет, в принципе. Может, это очень хорошо. Прокатав другие палитры, может, даже как-то и что-то очень хорошо. Вот я начала, значит, с импрессионизма, чтобы немножко какие-то попробовать хотя бы. Фиолетовые, зеленые, там, желтые. Ты же в процессе обучения не имеешь такой возможности. Попробуй. Вот 10 лет, потом оно все каким-то образом, вот это все вот как-то вот прямо, вот, оно само превращалось. Там пошел жанр натюрморт. Многие меня, в общем-то, и знают. Но когда был переход вот от Угаровского, как бы такого большого куска, ну, творчества или такого полуученичества, вот в это, ну ведь, ну, ленивый не сказал, о, какая дура вообще, ну, вот так просрала то, что умела, там вот это вот, это вечная вот эта вот социализация такая, что, о, это вообще ужасно все. Зачем ты таким занимаешься? Ну, какая-то внутренняя сила, вот она вот прям идет вот тут в эти вот эти натюрморты, вот эти вот на двоих, вот эти вот стекло там, стараться без блика, чтобы не шибко звенело. Твоя кувертная вот эта серия, которая такая динамичная, такая пастозная, такая вот прям даже импрессионистская такая, она же очень сильно вот отличается от того, что ты делала раньше. Вот как ты к этому пришла? Откуда у тебя всплеск? Вот ни с того, ни с сего. Вот ты можешь сама себе отчет дать? Нет, не могу. Просто вот встала и вдруг захотела. Это не ты не можешь вот так прийти сегодня и сказать, оп, вот сегодня я вот буду так, прямо буду так, и тебе все это... Это какое-то такое накопление. Это в течение это какого-то времени. Большого времени. Я считаю, все десятилетиями. Вот я думаю, что я где-то в районе там, ну, 30 вот так закончила академию. Вот, а сейчас 60. Вот 30, значит, 40, 50 и 60. Я думаю, что как-то так. Все десятилетиями идет, потому что... Но потом ты начинаешь каким-то образом... Не то, что уставать, но ты как бы
Ну, исчерпала просто тему. Ну, исчерпала тему. Я уже знаю точно наверняка, что я как могу сделать. Я точно знаю, как сделать тарелку там. Ну, как я ее делаю там, да, или там вилку, или нож. То есть вот этот опыт и мастерство, оно же является, ну, для меня, во всяком случае, вот таким вот камнем, как гиря такая, думаешь, нет, хоть левой рукой рисуй. Ну, они нравятся всем же, они нравились раньше, чем натюрморты всем. Они написаны были все. Все в таком тоже каком-то музыкальном, каком-то таком, ну, такой на музыкальной волне все было написано. Ты музыку какую-нибудь слушаешь, когда я работаю? Нет, я работаю в тишине. Сама? Я сама, да. Да. Я туда подключаюсь? Ну, почему-то да. Вот я вот почему-то без музыки вообще. И раньше, и сейчас тоже. Музыкальный настрой тебе не нужен? Нет, не нужен. А вообще какую ты музыку любишь? Ну, даже трудно сказать. Ну, может быть, джаз. Джаз, я так и подумала. Да. Саксофон, труба? Да, вот саксофон, да. Мне кажется, созвучно с тобой, да? Голос, вот как-то мне вот оно как-то созвучно очень. Такая импровизационность, потому что... Американский джаз? Американский джаз, да. И импровизационность, потому что, вот, наверное, думаю, даже... Ну, и насыщенность еще. И насыщенность, какая-то теплота такая, какая-то даже камерность, между прочим. Вот мне это нравится. То есть, если я что-то включу, может, я даже скорее это включу. Но я включу, когда я уже осела. Ну, для себя просто, без работы. Без работы, когда я уже осела. А скажи мне, пожалуйста, вот после своих натюрмортов у тебя такой период уже какой-то более пастельный. Вот я даже смотрю на эту работу, да. И даже вот я вспоминаю твой Китай. Вот. А началось даже до Китая, цветы появились такие, вот именно такие, как пастельные, такие вот в дымке, в какой-то... Как вот ты вдруг? Ну, просто от усталости от этого? Для нет, чего? Ты каким-то образом понимаешь, что вот этот... Она тоже такая, тоже была как цитата, что вот не предмет, а следует предмет. Я не помню даже, кто сказал, может быть, Светлана Михайловна мне сказала. Ну, кто-то сказал одним словом, что вот как бы следует предмета. Не сам предмет вот как таковой вот является самоцелью, а вот какой-то следует предмета, что немножко вот чуть-чуть ассоциативность какая-то. Ну, как джаз практически. То же самое. Такая еще есть такая, как бы, что вот, мне нравится, что вот, натюрморт как-то начинает вдруг в какой-то момент превращаться в пейзаж. Мне вот это нравится. Такая опять эфемерность, что ли, существование, может быть, даже это. Так и тут тоже. Ну, можно сказать, что это даже натюрморт, а может, это и пейзаж. Ну, хотя это, конечно, чистый пейзаж. Поле и такая вот туча, где там далеко-далеко-далеко идет гроза. Но где-то можно сказать, а почему какой-нибудь там предмет просто на столе такой может быть? Но это вот и есть то самое, что от внешнего уходишь во внутреннее. Идентично делают даже люди, которые и даже не получили образование. Вот так я вижу, что огромное количество людей, у которых есть какой-то глаз, которые прекрасно делают, прекрасно просто. Помните, выставка акварели, которую не профессиональные художники делают. Вот так четко просто вот можно взять. Там, выпить или, не знаю, понюхать или там отскочить от любого явления или предмета. Но я думаю, нет, это как-то мне кажется очень для меня сейчас очень надоедливо. Оно не должно быть. Значит, в какую-то другую сферу. Ты следуешь за своим настроением, за своим мироощущением на сегодняшний день, да. Состояние души. Ну, за собой слежу, да. Я слежу за собой. Угу. Точно. Вопрос, опять-таки, очень интересный, очень хороший. И, наверное, я все равно ответ. Я не дам тебе на него ответа. Не дам. Это, знаешь, что такая же, когда вот долго этим занимаешься, вот прям по-настоящему долго этим занимаешься. Вот мне сейчас кажется, что искусство – это какая-то такая большая река. Вот какая-то там маленькие ручейки там подтекают там из разных стран. И кто-то очень такой широкий, такой, знаешь, как бы яркий, кто-то так незаметно. Но вот она несется через время. Какая у нее цель? Да никакой. Никакой, понимаешь? Раньше там был гуманизм, там, народность, там, ну, не знаю, какие-то, предположим, какие-то партийные интересы. Но это же не цель искусства. Ну, не цель искусства. Продать что-то, но это тоже не цель искусства. Значит, надо как-то немножко... чуть выше посмотреть. Вот, а ты вот живешь, вот тут мне не дано ни другого, как бы, да, я не могу играть на саксофоне, там, ну, вот я была дважды матерью, там, я вот как бы женой, там, прожила очень большой кусок жизни. Ну, что мне метафизика? Тоже метафизика. А так с искусством, понимаешь, ну, кто-то очень вот считает, что он такой великий, просто вот, ну, с чего бы это, вот с чего?
Я уже оставляла кисть, я говорю, я уже где-то тут подумала, все, я, наверное, ничего больше не сделаю. Просто есть такое понятие, что и даже художник должен где-то вовремя умереть. Ну, такое есть вот. Но потом что-то такое вдруг опять что-то хочется попробовать. А вот самой цели я не знаю. Особенно сейчас я не знаю, какая цель в искусстве. Ну, тогда скажи, а вот люди тянутся, да, к произведениям искусства? Почему? Тянутся. Почему? А потому как что, наверное, вот это, я думаю, что они тянутся, это тоже, это вот наблюденные мной то же самое. Какое бы я ни имел настроение, любое, бадническое там, или очень радостное, или опустошенное, или я пришла в музей, я все, полная стабилизация. Вот все, я вышла оттуда нормальным, хорошим человеком, идущим в правильном направлении. Я думаю, что когда я вот пишу, я же не думаю, я вот когда даже не пишу, я думаю над многими очень вещами, как, я думаю, и большинство художников, живущих сейчас. Вот. Сентябрь 21 года. Мы все сейчас об этом думаем, потому что нас всех чем-то немножко накрыло. Но когда я стою у холста, Анфиса, я ни о чем не думаю. Я ни о чем не думаю. Вот я, ну, как-то даже и голова отключается, я, ну, практически сейчас даже делаю так почти бессознательно. И когда у меня сознание на меня накатывает, то я уже начинаю хуже делать и опять ловлю этот момент бессознательного, и только в момент бессознательного я что-то могу приподнять в своем холсте. Ну вот как-то так. Что это? Вот это о цели у меня нет никакой цели. Но еще раз повторю, что только пока я вот с холстом, вот я вот, когда я с холстом, у меня нет сомнений. То есть я вот так, ну медленно, так, в одно, в другое заход. Это такой какой-то танец. Вот. Такое одиночество такое. Так вот так, танцуешь, вот что-то танцовывается. И в какой-то опять не поймешь, какой момент, я говорю, о, вот кажется вот так. Опять только мне сейчас то кажется, вот именно так. Другой посмотрит, скажет, я вообще не знаю, что смотреть. А третий скажет, о, что-то в этом есть. Просто поскольку текст, ну это опять не новшество никакое, господи, этих текстов было введено в историю искусства огромное количество. Ну я как бы и так особенно не балуюсь этими делами, но вот тут вот так вошло. Это был точно март, я что-то приехала в мастерскую на Московском, там сидела, все это слушала, что ну все, где там, ой, такая эпидемия, всем это как бы... И начала читать. В очередной раз вообще мастер Маргарита. Я читаю, да, какой-то кусок просто у меня сваливается. Я должна проплакаться и потом как-то закончить. И тут то же самое. Все вот писала, потом там текст такой, ну, а Маргарита говорит. Она говорит мастеру последнее число. Она вот говорит этими словами, ручаюсь, что все будет ослепительно хорошо. Хотя все, как бы на пороге уже такой личности. Но я тоже думаю, все. Это все закрыть, закрасить и текст поставить, просто как март 2020 года. Вот она так и осталась. Ну, она и как и зависла. Ну, творческие люди вообще, я думаю, очень... Можно пожелать только одного. Быть свободным. Внутренне свободным. От всего. А как мы можем быть? Мы все равно существа материальные. Мы все равно должны как-то платить за коммуналку, там, не знаю. Есть пить, есть на транспорте и так далее. То есть очень много. Вот у художника огромное количество есть таких вот шашки такие. Там. Вот как ты вот вокруг этого все будешь бежать, чтобы что-то еще получилось. Вот я и желаю, чтобы что-то получилось. И быть собой. И быть собой, конечно. Да. Ручаюсь, то все будет ослепительно. Хорошо.